Какой сегодня был закат, какое яркое горение. Он переплюнул листопад по силе красок и движения. Мы шли к нему завороженно. Все это виделось нетленным, как будто факелом зажженный горел костер у ног вселенной. Огонь бордовый, золотой, малиновый и даже синий. Дракон с горящей головой в размахах всполоховой линий. Но солнце в тучу окунулось, смешались краски до тонов, и темнота слегка коснулась деревьев, улиц и домов. Погасло полностью сиянье, и проступил созвездий лик. Ушел восторг, пришло сознание, что мир прекрасен и велик.